Чужестранцы, друзья из далекого мира, вы собрались здесь, чтобы противостоять угрозе Мордора. Средиземье стоит на грани разрушения. Дайте мне кольцо. Джек, у тебя есть кольцо? Ну да, есть. Ты понимаешь, тут такая история вышла. Я вчера встретил приятелей, но мы немного перебрали, заглянули в салон пирсинга. Ну, как бы, в общем, это долгая история. Обалдеть. Дар. Точно, это дар. Я зову его принцем Альбертом. Это мое сокровище. Ты говоришь нам, что ты взял волшебное кольцо из сказаний, которое одно может разрушить Средиземье, и присобачил его на своего маленького хоббита? Да это было просто. Значит, они берут металлический шип, как бы нагревают его, прокалывают член, подвигают им немного, там подвигают немножко, чтобы дырка была побольше, потом берут кольцо, собственно, раз, и это готово. Отвратительно. Но это ты сейчас так говоришь. Я тебе уверяю, девчонкам это нравится. Мой принц знает, как их обложить. Кольцо должно быть уничтожено. Слышь ты, руки прочь, конь пиздальный. Джек, нельзя смириться с тем, что судьба всего Средиземья болтается на кончике твоего, шевелится. Ладно. Хорошо, я его снимаю. Черт. Не снимается. Может быть, кто-то поможет ему? О боже, ну помогите же! Я дам тебе свой меч. А я дам свой топор. Топор отложи. Я так и знал, что вы меня не поддержите. Гимли, когда ты решил отрастить бороду, мы тебе сказали, что это глупо, но ты все равно ее отрастил. И теперь такая шевелюра а-ля роб-зомби. Элрон, твои заморочки про счастливый конец, ну знаешь, это так старомодно, но что поделать? Фродо, ну а ты помнишь, как? Фродо? Эй, Фродо? Эй, глаза вот здесь находятся. Мы тебя недооценили. И пирсинг у тебя отпадный. Можно я посмотрю поближе? Ну, конечно, миледи. На нем, кстати говоря, красивые узоры есть. Ну все, теперь можно его уничтожить.